Итак, сегодня у нас 13 апреля 2018 года, и мы в Касселе на выставке антикварного оружия. Мы приехали сюда не торопясь, так как считаем, что здесь ничего интересного не будет. Ну, посмотрим, что там. Может, увидим каких своих знакомых. Ну вот он, 12-го открылось, мы 13-го. Так что, вот так. Ну, сейчас увидим. Будет. Старенький? Да. Ржавенький. 71-й или это что, егеря? Егерь. Егерь, да? Вещь редкая. Этот сколько? 600. А что, он с пилой должен быть? Ну как? Угу. Ну да. Можно новодельное. 700, он тоже с пилой, да? 350. Егерь 800. А этот второй что, тоже егерь? 500. Реплика. Это 60-го. А, которого ты брал у этого, да? Это хорошо. Да. Можно. Можно новодельное. Ну, свежак. Угу. Так, хороший штык. Редкий. И сколько он? 80 евро. Склад. Короче, можно мешок набрать, да? Угу. 80. По сотке. $120, $41, да? Ну что, можно посмотреть, да? Можно посмотреть. Цен, к сожалению, нету. Ну вот так. Что-то очень-очень пустая выставка. Вот наш предмет выставлен. И всего лишь за него хотят 16 тысяч. Вот 6 тысяч дорожный. Это перевертыш? Нет, просто кремль. Сколько? 8 тысяч. Пошли к Константину, пускай напишет. Он, этот бородатый наш, не русский. Так. Подожди. Thank you.
Актуальные солдаты сейчас, как говорится, они нам помогут. Ну да. Хирш 450. Пневматика. Это все не по-нашему. Это тоже все. Ага. Цены 450. 380, 350, 400, 500. Все. Лицензия. Нету цен. Не знаю. Клин поменявший. О, этот сидит. Вот его стол. 7500, пехотник 4, а вот за веру и отечество, значит, цены я не вижу сейчас, ну 9500. Солдат, нету цены. Две 545. Мне, в принципе, обсуждать нечего.